В селении Каракюре до Куспаринского района построили новую мечеть. Для жителей это большой праздник. Сдавали объект в торжественной обстановке. Напомним, что старая мечеть из-за неисправной электропроводки сгорела еще в 2009 году. После чего местные жители обратились за помощью к Сулейману Керимову. Он выделил деньги на строительство новой трехэтажной мечети. Стоит отметить, что на одном из этажей будет расположен музей. Рассчитана мечеть на 600 человек.